Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые друзья, дорогие наши выпускники, сегодня судьба совершенно заслуженно привела вас в святую святых политической жизни страны во Дворец Независимости. Здесь бывают разные люди, высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды и государственные степени. Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьма особый смысл. Вы – символ будущего, нашей родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по уверенным, абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнения не только вас, но и родных и близких. А впереди не менее сложная, но, поверьте, весьма интересная и насыщенная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю, делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовая составляющая успеха любого человека. Именно стремление доказать себе и оправдать возложенную на тебя ответственность и есть самый верный путь к результату. Не сочтите за нравоучение ваше право прислушаться или найти свой секрет успеха. Но абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей. Вижу ваш потенциал, ведь вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами и новые достижения. Но уверен, что самый тяжелый путь, дай Бог, вы уже прошли. Искренне желаю оставаться собой, кем бы вы ни были, кем бы вы ни стали, каких бы карьерных высот не достигли в своем будущем. Пришло ваше время. Оно, в принципе, не бывает простым. В этом смысл жизни, не преодолев трудности, не познаешь и вкус этой самой жизни. Уважаемые преподаватели! Спасибо вам за великий, величайший труд. Прежде чем войти в аудиторию и возглавить учебный процесс, вы проделали колоссальный, огромный, большой путь. Вы много учились, работали и продолжаете совершенствовать свои компетенции. Потому что в вашей профессии надо идти в ногу со временем и вести за собой учеников. Иначе нельзя. Искренне желаю вам сил, терпения, гордости за каждого воспитанника, в которого вы, уверен, вложили свою душу. Дорогие друзья, мы встречаемся накануне главного государственного праздника – Дня Независимости и 80-й годовщины освобождения нашей Беларуси. Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти – поколению победителей. Каждый успех – это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили, и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю достижения поставленных целей, реализации намеченных планов на благо родной Беларуси. Благодарю вас. А теперь позвольте мне вручить вам заслуженную вами благодарность.
Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте мне от лица моих коллег и от себя лично поблагодарить вас за столь высокую оценку нашего труда. Особенно символично получать данную награду накануне великой для всей нашей страны даты 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы чтим и сохраняем свою историю, историю наших предков, которые заложили основы независимой, суверенной Беларуси, уже космической державы. Уважаемый товарищ президент, вы неоднократно подчеркивали, что самое большое богатство Беларуси – это люди. Благодаря вашей мудрой политике, вниманию к каждому человеку, сегодня Беларусь – это страна равных возможностей для тех, кто готов честно трудиться и приносить пользу своей родине. В год качества мы понимаем и разделяем ответственность за подготовку высококвалифицированных кадров для реального сектора экономики и социальной сферы. Мы не просто взаимодействуем с молодежью, мы ведем диалог на равных. Мы осознаем, что наша задача – воспитать настоящих граждан, истинных патриотов, готовых жить, создавать семьи и созидать на благо своей отчизны. Смею вас заверить, что мы приложим все усилия, чтобы, следуя вашим словам, превзойти себя и передать будущим поколениям сильную, процветающую и независимую Республику Беларусь. Благодарю. Уважаемый Александр Григорьевич, от всей души хотелось бы поблагодарить вас за отеческую опеку над каждым молодым человеком нашей страны. Именно вам мы обязаны своим успехом, потому что в лице вас, Александр Григорьевич, мы видим сильного лидера и настоящего белоруса, который сохраняет и развивает нашу сильную, независимую, процветающую Беларусь. Мы ровесники, дети суверенной Беларуси, выбираем идти свой жизненный путь рука об руку с историей нашей страны. Жить, развиваться, строить семьи, целеполагать и достигать на благо родной страны. Мы обещаем оправдать ваше доверие, вложенные силы и быть успешными не только на наших рабочих местах, но и оставлять свой след в науке, чтобы продолжать добрые образовательные и научные традиции университета. Быть выпускниками этого года – это очень ответственная миссия, потому что белорусские студенты соответствуют белорусскому знаку качества. Наши пытливые умы и доброе сердце ведут нас по светлому пути. Уважаемый Александр Григорьевич, мы вас не подведем. Будьте уверены, что этот путь мы пройдем с достоинством и гордо поднятой головой, потому что это время выбрало нас. Многогранник, как символ единства белорусского народа, где каждая грань олицетворяет достоинство нашей страны и победы в различных отраслях деятельности. Примите, уважаемый Александр Григорьевич, подарок от студенчества Беларуси. Очень благодарен вам за эту встречу с вами, молодыми, целеустремленными. Сам становишься моложе, настроение совсем другое перед праздником. Я всегда волнуюсь, когда встречаюсь с молодежью. Я всегда думаю о том, как вы воспринимаете вообще нашу политику. Он здесь сталкиваются и сейчас в этом зале. Разные мнения, разное понимание жизни. Но моя мечта в том, чтобы вы правильно оценили и правильно восприняли то, что сейчас происходит. Потому что основа любого созидания и основа любой жизни, вот во всем запомните, не в разрушении, а в созидании. А созидание – это использование всего того опыта и достижений, которые выработало человечество до вас. Мы говорим сегодня много о Беларуси, что мы многое сделали и так далее. Мы что-то сделали.
Совсем немного по сравнению с тем, что было сделано до нас. Но если бы мы не стояли на плечах гигантов, как говорили великие, если бы мы не использовали то, что до нас было создано, мы бы сегодня и не встречались с вами. Поэтому цените то, что было создано до вас. Используйте это. Используйте как фундамент для строительства не только своей личной жизни, но и государства, вашей страны в целом. Хотя судьба любого государства, жизнь любого государства – это жизнь лично каждого из вас. Я хотел сказать сейчас, что вот вы впервые здесь, выпускники, вчерашние студенты, по бокалу шампанского опрокинете впервые. Ну, наверное, жизнь такая, что уже не впервые, но тем не менее я вас поздравляю, желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо вам. Нормально, все идти. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.